Тренерский триумвират Академии Евгения Плющенко, сам двукратный олимпийский чемпион Сергей Алексеев и Дмитрий Михайлов сейчас выводят на лед Алису Юрову, катающуюся за Липецкую область. В рамках первенства России среди юниоров эта фигуристка сыграла заметную роль, хотя до сильнейшей группы не дотянулась. It's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stop is when you shine, you know how I feel. Scent of the fire, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Don't you do it, tell it, feeling good. That's what I mean. And this old world is a new world, and that old world for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Lost among the trees. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Совсем иначе простроена короткая программа Алисы Юровой по сравнению с двумя предыдущими спортсменками. Элементы исполняются в других частях катка, в частности, заключительное вращение там строго посередине и каскад тройной лут, тройной тулуп не в дальнем от моей позиции, а наоборот в ближнем углу, то есть непосредственно перед комментаторским местом. Сейчас вопросы от тренеров, как так? Мне показалось, не буду сейчас выдавать собственное мнение за истину, что немножко растерялась спортсменка по той причине, что она работает над тройным акселем, по-видимому, и в воздухе, исполняя аксель в 2,5, немножечко потерялась. Ну и надо посмотреть сейчас каскад Луц-Тулуп. Сложилось ощущение, что тройной тулуп был чуть ли не перекручен Алисой. Луц четко. Нет, тулуп тоже четко не был. Там ни недокрутов, ни перекрутов. Прям строгое, такое очень хорошее исполнение двух тройных прыжков в каскаде. И, кстати, это оценили арбитры, поставили солидные надбавки за этот прыжковый элемент. По большому счету, как и за все остальные исполненные элементы, к слову, дорожка шагов тоже четвертый уровень, за исключением двойного акселя. Ну, аксель действительно был исполнен с ошибкой. Оценки Алисы Юровой, она выходит на лидирующую позицию 68,06 балла. На данный момент Алиса занимает...